1400 плюс 1, знаменитая на весь мир гостиничная сеть «Рэдисон», может пополниться еще одним отелем, на этот раз в Барнауле. Власти уверены, гостиница международного уровня поднимет статус Барнаула в глазах иностранцев на новую высоту. В официальных источниках даже назвали место застройки – пересечение Социалистического проспекта и улицы Молодежной. И это уже вызвало общественный резонанс. Указанное место занято сквером и парком. Впрочем, главный архитектор края Виктор Читошников в разговоре с нами заявил, что речь, скорее всего, идет о другом месте. Где сейчас баки находятся? Ну, вот этот холм рядом с дворцом спорта. Возможно, речь идет об этом, именно об этой площадке. Если сквер, непосредственно сквер Социалистический Молодежный, то однозначно нет. Там строительство не предполагается. По-моему, он остался зелеными насаждениями, в общем, пользовался тот сквер. Читошников также отметил, что еще весной представители Рэдисона претендовали именно на место сквера, но тогда им в планах отказали. По его мнению, под застройку могут отдать другое место, так называемые баки, что подтверждает и кадастровая карта. Мы решили спросить у барнаульцев, что они думают, если на площади появится многоэтажный отель. Я бы сохранил этот сквер и привел в порядок саму гору и парк. Для гостиницы можно подыскать более что-то подходящее. Я думаю, то, что гостиницу здесь ставить не нужно, потому что это же все-таки центр. И ты должен приходить в центр, посмотреть хоть какие-то виды, вон фонтаны, а ты приходишь, смотришь на гостиницу. Я вообще очень уважаю Барнаул за то, что нет точечной постройки. И считаю, что здесь она тоже будет неуместна. Тем более на таком месте историческом, можно сказать. Какой именно будет новая гостиница, мы пока еще наверняка не знаем, потому что итоговый проект широкой публике еще не представили. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что высотой она будет, по крайней мере, в несколько этажей. Кстати, это не единственная высотка, которая, возможно, в ближайшее время появится здесь, на Сахарово. Руководство Алтайского госуниверситета уже не первый год говорит о том, что крайне необходимо для учебного заведения построить еще один корпус на пересечении Социалистического и Димитрова. Застройщик компания «Премиум Строй Алтай» от комментариев пока воздерживается. Между тем, главный архитектор края подтвердил, что ранее в переговорах Рэдисон настаивал на том, чтобы разместиться именно в этой части города. Других мест, не занятых постройками или скверами, в центре Барнаула уже попросту не осталось. Илья Кчетков, Илья Халяпин, «День с толком».